давай исследовать собор. В прошлой серии мы как раз на этом месте с вами остановились, так что всех приветствую, всем приятного просмотра. И давайте продолжать. Так, давайте только здесь осмотримся для начала. Читать. Нет, мне это не нужно, мне нужны кусочки. Есть ли тут у вас с вами кусочки? И почему я не могу пользоваться зажигалкой? Или все, мы ее потратили? Но зажигалки больше нету. Да, зажигалки больше нету. Хорошо. Давай тогда изучать местность, чтобы вообще ничего не упустить. Так, мне не страшно, мне не страшно. Так, 20-22. 20-22. Это пароль какой-то? Я так понимаю, да? Ага, здесь ничего нету. Но я по-любому забуду. 1987. Жесть. Так, 51. Ну все, 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 не нагнетай. Мы только начали серию, и ты начинаешь. Начинаешь минировать делать. Так. Здорово. Так, взять. Ага, больше ничего нету, да? Хорошо, на хранение, наверное. Это невозможно. Это место выглядело по-другому секунду назад. На хранение еще оставлять не буду, наверное, да? Давайте сфоткаем на всякий пожарный случай. Посмотрим, что у нас здесь. Надеюсь, что-то будет полезное, а потом сходим туда вовнутрь. Так, здорово. Угу. Так, что-то произошло. Погоди. Цвет жизни, цвет мира, цвет наших маленьких ангелочков. Цвет смерти, цвет вина, цвет крови Иисуса. Загадка, да, какая-то? Очередная. Так, схватить. Отлично. Так, что у нас здесь находится с вами? Колокол. Нужно ли мне взаимодействовать как-то с колоколом сейчас будет? Здорово. Или нет? Ну, вроде ничего нету. Давайте тогда возвращаться назад. Я хер его знает. Просто, а вот это что я сфотографировал, и оно... Хорошо, давай посмотрим. Давай посмотрим, что там у нас... Красный цвет, да? Хорошо. А здесь у нас с вами... А здесь зеленый. Красный, зеленый. И свечку мы взяли какую-то с вами. Окей. Ля, зеленая комната, да? Синий цвет. Ага, давай, наверное, сюда подойдем. Madson Hill? Это ее гроб? Is this her coffin? The eye is missing. Так. Хорошо, нужно ли мне сюда свечку ставить? Так, ладно, тогда пошлите, знаете, куда. Сначала вот сюда, а потом сходим налево. Ага, а тут очередные лабиринты, да?
Да, здесь очередные лабиринты. Может, мне нужно свечку использовать, как думаете? Осмотреть, приблизить? Нет, не могу. Тупичок. Так, ну тут ангелы у нас. Комната с ангелами. Что это было? Что-то открылось. Угу. Бред какой-то. Так, как отсюда выйти? Как отсюда выйти? По-моему, сюда. Да. Может, нужно подняться вверх еще раз щелкнуть? Вот это вот что-то я понять единственное не могу. Зеленый свет светится. Может, отсюда светилось тоже? Смотри, здесь отсюда зеленый будет светиться, да? Может, еще каким-то цветом нужно, чтобы оно... свет давало. И тогда с гробом взаимодействовать. Так, здесь что у нас творится? Направо, налево. Тупичок. Тут тупичок, да? Так, красная свеча. Ага. Окей, понял. Цвет крови, да, по-моему, у него был красный, красная свеча. Значит, нужно найти мне еще 3 свечки. Ну, насколько я понял, нужно будет, наверное, найти еще... Нужно будет 2 свечи, да, поставить. Только где мне их искать? Угу, тупик. Фотографируй, не фотографируй до одного места. Блин, вот это очередная загадка. Реально, хотя бы подсказки какие-то давали. Так, тихонечко. Может, тут где-то свечка есть? Может, мы упустили, когда прошли с вами? Давай посмотрим. Ну, реально, нужно 2 свечи еще найти. Где их искать? Ага, смотри. Здесь проход есть какой-то. И тут есть проход. Давайте, наверное, тут где свет есть, пройдем сначала. А потом уже в другое место пойдем. Во. Я неправильно, да, сделал? Так, это зеленая комната у нас. Наверное, в каждую комнату свой цвет свечки. Блин, я хер его знает. Давай сюда еще сходим. Выйти, наверное, я отсюда не могу, да, уже. Да, походу я не могу выйти. Давайте еще туда сейчас бегаем и будем с вами разбираться. Потому что у нас 4 комнаты. Так, свет туда идет, и свет сюда идет. Давай сюда пойдем. Так, хорошо, здесь тупик. Ну, значит, там должна быть комнатка очередная. По идее. По идее, должна быть очередная комнатка, которой здесь нету, да, я смотрю? Либо есть. Вот, смотри.
Давай возвращаться назад. Давай пойдем, как говорится, к самому началу. Попробуем еще гроб сфоткать. Но я так понимаю, что гроб нету смысла фотографировать, пока мы с вами не решим эту задачу. Хотя вроде он и дергается, когда на него направляешь камеру. Так, здесь у нас ничего нету. Ну, кроме херовой оптимизации. Но здесь ничего нету, да? Так, давай смотреть. Сильно далеко. Свечки, 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 свечки. Да я понял, что свечки нужны. А где мне найти эти гребаные свечки? Где мне найти эти гребаные свечки? Кто мне скажет? Назад возвращаться, либо туда идти? Так, 20-22, 51. Ага, смотри. А вот и свечка. Прикольно. То есть мы сейчас будем с вами перемещаться, да? Это свечечка. Бонжур. Закрыто. Что случилось? Ты чего? Не расстраивайся. Ага, вот смотри, у нас есть вот такая вот свечка. Может, сюда нужно поставить? Либо просто собрать все свечки, поставить все в одной комнате. Хер его знает, ребят, честно, без понятия. Сейчас посмотрим. Я заблудился, да? Ну, то, что свечки нужно расставлять, я это понял, только... Куда именно? Может, сюда? Как думаете? Либо забрать ее. Нужно, наверное, с вами взять... Это фиолетовая, да? Нужно, наверное, будет взять с вами сейчас все свечки. Я не помню, где я ту оставил, в каком именно лабиринте. И попробовать как-то решить эту задачу. Интересно, у нас будет только две свечки, либо три. Сейчас посмотрим. Ну смотри. Красная у нас это Иисус, правильно? А синяя, либо зеленая. Сейчас. Ну все, не дыши ты так. Где ты свечку оставил? Пошли смотреть. Какой-то из этих комнат, я, по-моему, оставил свечку, да? Ну все, все, тихо. Даже я так не задыхаюсь, когда на третий этаж поднимаюсь. Вот здесь это мы, по-моему, да, свечку с вами оставили? Нет, не здесь. Тогда где? Ну все, я не буду шифтить, все, не буду, обещаю. Все. Фу, давай, потихонечку, помаленечку, да, давай. Не, ну надо шифтить. Так мы будем с вами долго и нудно. Погоди. Ты кто? Не, я не здесь свечку оставлю. Так, это мы с вами, по-моему, в 51-м, да? Давай сейчас... 2022 вернемся.
Скорее всего, 2022. Нет. Нет, 2022, значит в другое место. Стой, 87, да? Да, давай 87. Если я не ошибаюсь, мы, по-моему, здесь с вами... Нет, не 87. Ага, вот, да, гроб здесь. По-моему, где-то здесь я оставлял с вами свечку. Либо нет. Так, это у нас с вами что? Цвет крови. Цвет жизни маленьких ангелочков. Цвет маленьких ангелочков. Зеленый, да? А у нас есть зеленая свечка? Нет, это синяя, либо фиолетовая. Давай искать. По-моему, нужно в красную комнату поставить красную свечку. Ага. Либо хер его знает. Блять, как же меня бесят такие моменты. Реально, когда ты не можешь сообразить, что тебя хотят. Наверное, в такие игры лучше играть на стримах, да? Так, это выход, я так понимаю. Либо это вход. Нет, это выход. Мне на выход не надо. Мне надо найти, где я тут свечку оставил. Алло, игра, пусти меня, пожалуйста. Так, запомнили. Здесь мы вроде обыскали, вроде ничего нету, да? Давай зайдем вот сюда, посмотрим. Затем сюда посмотрим. Ну это явно не синее, либо это синее. Ну, похоже на фиолетовое, не знаю. Напишите в комментариях, может я просто дальтоник. И может это синее, а не фиолетовое, вот. Красная, давай заберем красную, пойдем поставим с вами красную комнату. Наверное. Так. Если у нас здесь с вами красная комната, нужно будет смотреть вот здесь. Так. Угу, тебе все равно, да? Бум. Так, если у нас здесь красная комната, зеленая, вот красная, наверное, сюда красную свечку нужно будет поставить. Ну, по логике вещей, найти еще одну синюю. Так, куда? Направо, налево. Я заблудился, да? Да, это, по-моему, на выход идем. Здесь где-то должно оно быть. Нет, это мы на выход идем. Отсюда мы пришли, да? Или откуда мы пришли? Сука, что делать? Муравью хуй приделать, наверное. Он еще, падла, так дышит, прям аж я задыхаться начинаю. Ну все, 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 не пугай меня, пожалуйста. Где тут можно поставить свечку? А, то есть мы тут все полностью прошли, здесь ничего нету, да? Ну, по логике должна быть. Давайте еще раз. Давайте еще раз посмотрим.
красную свечку в красную комнату. Нам нужен Иисус. Вот Иисус. Ну, здесь тупик. И вот Иисус. Божечки, я тебя сейчас удалю, нахер, серьезно, игра, ну не прикалывайся. Хорошо, ладно, пошли в другое место. Пошли в другое место тогда. Ну у нас теперь красная, а у нас две свечки всего лишь. У нас всего лишь две свечки, давай тогда... Ну вот фиолетовая, либо это синяя. Давай идем обратно в 56-й год, там посмотрим, может там что там будет. Мы сейчас в 87-м. Давай вот в 51-й. Чпоник, поехали. Может тут нужно расставить? Алло? Ты ничего не хочешь мне сказать, не? Так, синий. Ты какой? Желтый. Гребаная оптимизация. Нихера не вижу. Закрыто. Зеленый, красный. Может, сюда нужно поставить, как думаете? Если да, то будет хорошо. Так, Дева Мария, или кто это? Сейчас попробуем, если получится, будет хорошо. Если нет, то мне придется, наверное, без записи буду ждать вот это вот, искать эти все комнаты. И когда найду правильное решение, то начинаю запись заново. А вот одну серию идет хорошо. Вот реально одну серию идет хорошо. А вторую потом начинается тот вот замок с этим поиском. Непонятно, это тут херни. Ага. Где ты? Так. Ангелы, может ангелов сюда? Синюю. Как думаете? Хотя почему это красная комната? Сука, бесишь меня, игра. Вот реально бесишь. Ну сделай ты как нормальный человек. Вот не можешь разобраться, просто нажми таб. И воспользуйся подсказкой. Не, надо вот это мозги трахать. Хер пойми, что делать. Так, там у нас была красная, синяя. Ну давай сюда. Сходим, посмотрим. Может сюда нужно ставить? Так, Иисус. Так, ну это выход. Правильно, да, правильно. Выход, выход, вход, выход. Дай, пожалуйста, мне. Вот, смотри. Ага. Значит, вот, вот сюда тебя. Правильно? Смотри, синяя же. Синяя. И тут синий цвет. А теперь мне нужно найти красную комнату с Иисусом. Поставить туда свечку. Ну, наверное, это в другом, да, году?
Просто если это не так, и я хер его знаю, то на этом, в принципе, мое будет прохождение закончено. Потому что реально, ну, это гребаный бред, когда ты 200 тысяч дней просто бегаешь и не понимаешь, что тебя хотят, как отсюда выйти. Давай попробуем отправиться в следующий год, найти красную комнату, либо здесь сейчас давай попробуем посмотреть, может здесь у нас красная комната будет. Так, вот есть красная комната, хорошо, давай смотреть, у нас здесь красная свечка. Сейчас здесь посмотрим, отправимся в следующий год, попробуем там найти красную комнату. Если нет, то я же говорю, всем спасибо, всем пожалуйста, но проходите сами, потому что это реально гребаный бред. Вот, смотри. Ага, тут нет у нас Иисуса. Значит, идем в следующий год. Значит, отправляемся в другой год. Так, вот выход. Так, это мы в каком сейчас? В 51-м, по-моему, да? На году, если не ошибаюсь. Так. Привет. Извините. В общем, я сделал это. Я... И наконец сделала это. Я... Вы должны понять, это было похоже на жизнь с монстром. Нет, он никогда меня не любил. Он был лжецом, он лгал мне, он лгал вам. Он всем лгал. Он не был злобным, мерзким, отвратительным кусок мусора. Он просто хотел жениться на мне. Отец, вы должны понять. Он руководил газовой камерой. Он взял столько невинных жизней. И все, понял, ты ебанутая, блядь. Как я это играю? Отпустите меня, хочу 87-й. Все, шикарно, пошли отсюда. Просто если нам нужно будет 4 свечки с вами расставить, то я реально ебанусь. Так, ищем красную комнату. Надеюсь, в той красной комнате будет сейчас картина Иисуса. Вот она. Эта комната. Может, реально еще нужно 2 свечки найти, как думаете? Только денег не искать, я вроде везде уже облазил. Обыскал, хер его знает. Так, давай сюда. Пусть оно будет здесь. Во, смотри. Поставить. Цвет крови Иисуса. Ага, автосохранение. Все, правильно? И что? И что дальше? А там, наверное, неправильно было, да? Там, наверное, надо было широкую на широкую. Блин, ну главное, что автосохранение было, это хорошо. Хорошо, но с этой комнатой мы с вами справились. Предлагаю искать либо еще 2 оставшиеся свечки, либо ту свечку нужно будет переставить куда-то в другое место. Так, не пугай меня, пожалуйста. Так, могу ли я тебя сфотографировать? И ты мне что-то дашь за это?
Бум. Не, не пошло. Не хватает нам чего-то. Хорошо, нам чего-то не хватает. Так. Ну и почему ничего не происходит? А цвет свечки не был ли он таким вот здесь? Может, нужно было сюда свечку поставить, как думаете? Так, давай возвращаться к нашей ебанутой. Бум. Так. Наконец сделал это я. Вы должны понять, это было похоже на жизнь с монстром. Он никогда не любил меня. Да я понял, все, заткнись нахуй, пожалуйста. Так. Свечек здесь нету нигде? Никаких. Блин. А вы не помните, где я оставил ту свечку? Фиолетовую. Ну, она реально, по-моему, фиолетовая была. Вот туда, по-моему. Так. Блин, ну... В той комнате-то сработало, может... А здесь реально я что-то упускаю. Может, здесь что-нибудь нужно... По-другому поставить. Только если бы я еще нашел бы... Куда нам нужно идти, было вообще бы хорошо. Так, ну это выход, погоди. Сука, я уже забыл, куда я и шел в прошлый раз. Если честно. Не сюда ли? Да, вот сюда. Тогда забираем свечку, может... Нужно сюда поставить ее. Не? Нихера не сработало. Забрать. Не, ребят, видите, оно не срабатывает. Опять же, либо у меня не все свечки. Либо я хер узнает. Ну все, прекращай. А может, это нужно сделать все в одном времени? Как думаете? Так, ну давай посмотрим. Может, реально нужно сделать все в одном времени? Так, это красное, это зеленое. Нет, это не сюда. Давайте возвращаться. Давайте, наверное, вернемся сейчас, посмотрим, если там не сработает, то пока мисс, наверное, с этой игрушкой все. Так, что это такое? Он здесь. Кто? Ёб твою ля. Что это такое? А еще одна свечка зеленая. Сука. Мразь. Что это за хуйня была? Я должен выбираться из этого места. Согласен. Зеленая свечка. Погоди. Зеленая свечка. Я где-то фотографировал. Мне нужно синий. Какой-то из них должен быть зеленым, правильно я понимаю? Зеленые. Вот ангелы зеленые. Давай посмотрим.
Угу. Три свечки есть. Где взять четвертую? Ангелы зеленые, ангелы зеленые. Так, давай смотреть. Где наша зеленая свечка? Есть, работает цвет наших маленьких ангелов. Шикарно. А теперь осталось найти, куда мне фиолетовую, да? Вот эту вот свечку поставить, еще одну. Я бы сразу, конечно, вышел бы сейчас бы. Что за хуйня? Что за хуйня? Сука. Но это все нам кажется. Это все нам кажется. Это все нам кажется. Его здесь нету. Да, вроде такой вот цвет. Да-да-да, очень страшно, вырубай. Я... Ёб твою, меня... Ты серьезно? Этот хуй нас зарезал или что? Пиздец, сейчас все заново, да, проходить? Ага, прикинь. Сейчас проходить эту всю хуйню заново. 2022 год. Да не, это так не прикольно. Не помните, где мы были? По-моему, в 87-м, да? Нужно, по-моему, найти фиолетовую комнату и туда поставить. Так. Вот. А наша она. Блин, ну если сейчас за нами этот тип будет охотиться постоянно, то... то это не прикольно будет. Так, давай искать. Давай искать, давай искать. Куда идти, куда идти? Тут тупик, тут тупик. Наверное, не в этом, да, году. Так, давай еще раз пройдемся. Вот сюда. В прошлый раз мы как-то быстрее, по-моему, с вами нашли, да? Но нам нужно ставить это все. Ага, вот. Давай смотреть. По идее, либо сюда. Не, ни хера. Давай. Да. Цвет. Слез Мэри. Автосохранение пошло. Отлично. Мне нужно еще найти одну свечу. Где мне ее найти? Кто мне подскажет? Явно не выдам. Блин, а я не знаю, где еще одну свечку искать. Но она может быть где угодно, реально. Мне нужно либо... что-то сфотографировать, либо что-то куда-то тыркнуть, либо что мэкнуть. Так, не? Красным что-то светится. Блин, ну в этих комнатах, я думаю, нету смысла искать. Заперто, да? Мы, по-моему, везде в этих комнатах были. И там, по-моему, не было свечки. Ладно, давай возвращаться. Хер его знает. В самое начало. Либо куда тут идти? Ну тут всего два входа и два выхода. Да, остался один цвет свечки. Так.
Так, что это? Was that the bell I heard at the graveyard? Я только что услышал звук колокола на кладбище. Так, посети наши библейские лабиринты искусства. Наши лабиринты обновляются каждый год. Угу. Кто мне скажет, где мне искать свечку? Еще одну. Может, в 2022? Мы где-то ее упустили. Но мы, по-моему, все, да, лабиринты с вами прошли. Вроде бы нигде мы там не видели свечку. Так, это не то, это не то. Здесь у нас, по-моему, ничего нету. Взять, да, взять эту кассету. Так, колокольня. Краеугольный камень, исповедальный, желтый лабиринт, синий лабиринт, зеленый лабиринт, красный лабиринт. Дом у дороги. Так, давай вернемся, наверное, в 22-й, посмотрим. Так, все. Отдай свечку, пожалуйста. Не помню, какого цвета она нам нужна, но... Если можно, то можно мне либо ее забрать, либо, не знаю, там... Вот она, желтая свечка, ребят. Ура. Давай, 87-й. Бум. Желтая свечка, теперь давай искать. Так, где у нас наши фотографии? Использовать. Желтая. Желтая у нас кто? Напомните мне, сколько... Ага, желтая это вот такая вот... Такая вот картинка, да? Нихера не вижу, там... Фотошот. Так, не туда нажал. Все, хорошо. Желтая. Вот желтая. Давай смотреть. Блин, надеюсь, оно здесь сейчас будет то, что нам нужно. Так, шикарно. И это находится не здесь, да? Сейчас мы, конечно, поставим. Но это находится не здесь, нет. Значит, нужно отправляться в другой год. Блин, для кого делают эти игры? Вот реально... Вот. Как можно об этом всем догадаться, а? У нас тут желтого больше нигде нету. Вот, да, по-моему, желтая. Нет, это красная, а это у нас зеленая. Хорошо, возвращаемся в другой год. И нужно будет, наверное, потом сюда вернуться, да? Когда мы свечку расставим. И сфотографировать этот гроб. Так. Машина времени в джакузи. Поехали. Здесь, по-моему, да, нас этот чувак подрезал. Да исполнится твоя воля, да. Так, вот тут оно должно быть. Ладно, чтобы сейчас вилочкой в пупочек противогазе нам не дал. Так, вот сюда и... Да, вот эту вот хрень ставим. Цвет нашего господа. Ага, колокольня сработала. Колокол. А что теперь? Нужно уходить отсюда? Закрыто, да? Я так понимаю, нужно возвращаться обратно.
и фотографировать тот гроб, либо звонить в колокол. Сука, уходим. Куда? 87-й, по-моему, да? О, блять. Идем, попробуем сначала позвонить в колокол. Если получится, хорошо. Если нет, то пойдем попробуем сфотографировать гроб. Надеюсь, получится. Ля. Схватить. Не, позвонить не дадут. А, мы нашли с вами ключ. А ключ, по-моему, от той двери. Помните, что было закрыто? Не помню, в каком году. Если честно, то не помню, в каком именно году это было. Так, давай попробуем сейчас фоткать гроб висящий и сходить вон туда. По-моему, там была дверь. Не, не работает. Да, не работает. Вот здесь, по-моему, где-то дверка была. И шо? Ключ от исповедальни. Это там, где эта девушка сидит, поняли? Что молитву читала. Ну, ебанутая, которую я сказал. Пошли туда. Так, я не туда иду. Я иду не туда. Так, она, по-моему, в 51-м была, да? Чпоник. Так, главное, чтобы на нас сейчас тут никто не напал. И вот сюда. Использовать. Открыть. И... Нихера, да? Ага, и что это? Буква. Ёб твою, блять. Уходим, уходим. Сука, мразь ебаная. Беги. Фу, так. Нам, по-моему, вот сюда. Нужно будет сейчас вставить буковку, да? Есть Madison Hale. 44-87. Бум. Есть. Отлично. И что мы с тобой нашли? Это ее череп. Да, это ее череп. Ага, вот и дверка. Все, уходим. Жесть. Так, все, бегим. Правильно? По-моему, в эту сторону. Схватили черепушку старую и бежим. Так, ну бегим, бегим. Так. Кирпичи. И что ты предлагаешь? А нихера ты не предлагаешь, да? Ладно, побежали назад. Сука, игра, но если там так же самое будет кирпичи, мне нужно будет назад бежать. Я реально взбешусь. А тут сейчас закрыто, да? Угу. Она замурована. Ясненько. Ясненько, понятненько. Ни хера не понятненько. Если сейчас тут нужна будет лопата, которую я сломал. Наверное, головой псину начну биться. Осмотреть.
Угу, приблизить. Назад. Короче, хер его знает, что его тут делать, если честно. Так, думаю, на этом можно, в принципе, серию закончить. А в следующей уже будем с вами... Что? А в следующей, наверное, будем уже с вами разбираться, да? Как думаете? Или еще немножечко побегаем? Сейчас тут тоже будет стенка, да, пустая, либо... Сука, вилочкой кучек. Ух, и мразь. Закрыто. Ага. Ах ты, мразота. Может, мне нужно успевать его фотографировать, как думаете? Брикс. Кирпичи. Может, реально нужно успевать его фотографировать? Или просто убегать от него? Сейчас тоже будут кирпичи, мы вернемся назад. Она замурована, возвращаемся назад. Сейчас опять будет что-то не так. Сейчас тут будет у нас кирпичная стенка. Возвращаясь сейчас сюда, здесь просто должна быть стенка, значит, какая-то. А, берем в руки фотоаппарат. Попробуем его сфотографировать, если сейчас опять вилкой в пупочек нам даст. Что? То значит... Хер его знает, что его значит, и что его делать, честно. Я просто что-то позадолбался играть в эту рульку. Сука. Так, не, все, на этом наше прохождение на сегодня закончено. Так что всем спасибо за просмотр. В следующей серии уже будем разбираться, что нас этот черт хочет. Все, всем мур-мур.